И последнее. В эти дни поздравления принимают работники одной из крупнейших нефтяных компаний России – «Лукойлу» 20 лет. По случаю этой даты в Краснодаре чествовали тех, кто своим трудом каждый день добивался успехов в развитии нефтяной отрасли страны. О достижениях и планах на будущее расскажет Михаил Молчанов. В зале музыкального театра полный аншлаг. Праздничный концерт, награждение лучших – все это в честь «Лукойла». В этом году ему исполнилось 20 лет, из них 13 – компания на Кубани. Единственный региональный оператор на юге России – «Лукойл Югнефтепродукт». Сделано много. «Лукойл» стремительно развивается, вкладывая в производство. Компания не забывает о своем долге и оплачивает налоги. Только в прошлом году «Лукойл» пополнил бюджет страны на 800 миллиардов рублей. Своими победами компания обязана людям. Я не раз говорил, что золотой фонд не нефть, не нефтепродукты в компании «Лукойл», а это люди. Вот эти люди своим трудом, своим умением, своим упорством и сделали сегодняшнюю компанию «Лукойл». Главный приоритет компании – высокие стандарты качества и передовой опыт. На сегодняшний день «Лукойл» работает в различных направлениях – от разведки месторождений нефти и газа до переработки и реализации продукции. За 9 месяцев этого года на юге России реализовано более 780 тысяч тонн нефтепродуктов. Только в ЮФО компании около 200 АЗС, а на Кубани – 106. Нефтяная компания «Лукойл» для Краснодарского края уже давно стала надежным партнером. При этом мы обращаем внимание на высокое качество нефтепродуктов, которые реализуются на территории Краснодарского края компания «Лукойл». И это оценка не только нас, экспертов, это в первую очередь признание самих потребителей, которые с удовольствием пользуются услугами «Лукойла». Компания, главный девиз которой «Всегда в движении», уже определила следующий этап развития. Один из главных приоритетов – экологичность, а значит, еще более высокое качество нефтепродуктов. Михаил Молчанов, Олег Демидов, «Вести Кубань», Краснодар.